Доброго дня. Начал работу с оправами для клиночков, что показывал на предыдущем видео. Оправы из двух пород древесины. Одна порода древесины неспроста выбрана. Это корейская береза стабилизированная. И одна зерикот. То есть, почему три из стабилизированной корейской березы? Потому что одна бритва будет уже забронирована за постоянным покупателем. То есть, он сам выберет, какая бритва будет его. Вот, не буду называть имен. Но это, я могу сказать, один из лучших постоянных покупателей. Поэтому постараюсь так, чтобы, как всегда, понравилось все, чтобы был по максимуму и помогу с выбором. Вот так вот будут выглядеть оправы. Может быть, из зерикота понравится, я не знаю. То есть, вот такие веселые оправки будут. Что ж, продолжаю работу. Надеюсь пока, что сегодня я успею. Надеюсь, по крайней мере. Просто надеюсь. Я не уверен вообще никак прям в этом, что я сегодня даже соберу и даже, может быть, заточу. Но я просто как бы предполагаю, а Бог, как говорится, располагает. Так что посмотрим, что в итоге. Успею сегодня или нет. Будет ли еще что-то у нас тут интересного или нет. Пока все. Ну вот результат. Бритвы еще пока не заточены, но временно это есть и силы, что удивительно тоже. Они просто вот сейчас в собранном состоянии. Клепочки полирнул только что у них. И все очень хорошо получается. Все ровно. К примеру, вот эти вот дела, то есть там все ровно заходит. Все ровно, как говорится, выходит. Ой. Входит. Бывают иногда косячки, приходится тут выкручиваться, но тут все как бы четко пошло. Вот такие вот у меня бритвки вышли. Надеюсь, заточка не подведет и каких-нибудь казусов не подкинет. Нежданчиков, как говорится. Да, не показываю так. Ну, в принципе, уже показал. Что ж, берусь за точку. Напряжное это занятие, конечно. Да, давайте-ка пару слов я вам скажу о том, что я тут взял на пробу из Китая. Минуту, одну минуту. Опа. А это дешевый камушек. $2000 на 5000. А что хочу сказать об этом камне? Хочу сказать и плохо, и хорошо. Потому что китайцы, в принципе, мощно работают, могут сделать все, могут повторить все, что существует в этом мире. И неплохо повторить, но вот все говорят, вот русское вот это, сойдет, мол. Вот это не русское, походу, это вот как раз к китайцам относится, что и так сойдет. Вот это вот как раз вот к ним, как русский авось, примерно, а у них вот это сойдет. Почему? Потому что камушек, ну, давайте скажу плюсы. Дешевый, резвый, то есть заточка идет просто на глазах, просто в 10 движений вы уже сможете какие-то уже результаты первые. Что еще?
То есть моет. Нет, это уже не плюс. Все. Ну, подставки вот эти резиновые. Они, конечно, не то чтобы супер, но все же нормальная штука. Из плюсов все. Из минусов это то, что плохо моется. То есть моется, но вот этот вот шлак, вот этот, как говорится, металл отработанный, он все равно в нем въедается, остается там. Это первый минус. Второй минус. Камушки быстро проседают. Тут вижу тоже, что после бритвы 10 придется его явно выравнивать. Дальше. Самая большая неприятность в том, что вот 2000 и 5000 грит, они совершенно не сходятся с действительностью, в смысле. Вообще никак. То есть вот эти 2000 грит, это как полторы примерно. Ну, это как бы еще рядом. Но вот 5000 грит, это как две максимум. Примерно вот так вот. 2-2,5 тысячи грит. Но никак не 5. Потому что так как если, например, вы хотите приобрести камушек для того, чтобы поправить бритву, не точить, как я вот с нуля начинаю тут эту кромку стрия создавать, то есть ее... Ну, очень много там, долго рассказывать все это дело. Но у меня все начинается очень долго и продолжается очень долго. А вот то есть у вас вот готовая бритва, заточенная бритва, подзакатали ее, например, допустим, даже на ремне, вот так получилось. Захотели поправить, вот этот камушек вам будет великоват по грейдности. То есть даже 5000 будет великоват. Даже, пускай даже так вот, если для скорости можно взять там 5 и 10 тысяч, хотя бы вот так. Или там 8-12, вот что-то такое. Вот это будет то, что нужно для того, чтобы просто поправить уже заточенную бритву и сделать это максимально, то есть гладко, как бы что ли выразиться. Чтобы не драная заточка вышла. В принципе, этот заточит. После на ремень бритва будет отлично брить. Кстати, после вот этого ремня. После этого камня и ремня. Но грубоват. Ладно, что-то я тут отвлекся. Ну, перекур есть перекур. Пользуюсь случаем, как говорится. Начинаю заточку бритвок. Что ж, приклею третьему уже видео. К этому. Главное, чтобы все получилось. Ну вот и все. Как бы все спустя 20 лет ощущением примерно так. Бритовки заточены. Как я и говорил, самое сложное это формирование острия, а не сама заточка. Заточка это уже так. Развлечение. Самое сложное это создать, то есть еще вот на таком, можно сказать, на заготовке. То есть вот бритва, она еще ни разу не затачивалась. Вот на этой заготовке острия надо создать правильные формы, чтобы они со все точно-точно проверились, чтобы совпадали со всей геометрией лезвия. Поэтому это самое сложное, самое напряжное. Вот, заточил. Все на отлично. Обычно бритвки доставляют какие-то там всякие неожиданности разные. Но в этот раз прям удивили. Прям удивили. А, это отсвечивает, это что такое? Вот. Удивили тем, что они собрались хорошо, они все ровно. То есть, ну, в принципе, так должно быть, но все равно, как всегда, какие-то легкие вот эти вот казусы, они присутствуют. Они не могут не быть. Но в этот раз почему-то все хорошо. Как говорится, слава богу. Сейчас такой обзорчик забахаем.
Да, заточил я их, кстати, на том самом камне. Ну, как заточил на камне? Вот, 5000-м, в общем, прохожусь, а... ну, не то, грубовато. Пришлось еще переход делать, еще на более мелком, потом все это вот еще на более мелком полирнуть, то есть, и потом уже на ремешке. Короче говоря, крупноват камушек. Прям крупноват реально. Хотя резвый, просто вот бодрости в нем хоть отбавляй. Поэтому, если просто поправить бритву, это не то, что нужно. Так что, если кто-то вот решил таким бюджетным вариантом обойтись, то берите сразу гридность более мелкую. Пытаюсь показать геометрию. Так. Ах, подобрал, да, рисуночек? То есть, получается, что изготовки я мог бы сделать две оправы, но сделал одну ради этого рисунка. То есть, остальное все обрезками выбрасывать приходится. Но ради такого рисунка стоит того. Стоит. Думаю, может маслицем смазать. Вон тут еще он сзади заусенец не до конца добил. Чуть-чуть еще есть. А вот с середины туда уже все чинно. Ну, те, кто бреется, знают, что на ремне сейчас еще раз по 10 в каждую сторону. И там заусенца не будет. Так, пытаемся. Ух ты, ух. Что делается-то? Ну-ка, еще разок так. Может, я где-то держу не в том месте? Было сейчас почти макро. Ну ладно, будем верить в то, что у меня получилось. Вот, это корейская береза оправы стабилизированная. Это зерикот. Не стабилизированный, просто сушеный. То есть все обработанный как нужно, но не стабилизированный. Ему, походу, вообще стабилизация. Это баловство. Сверхплотная древесина. Сверх. Просто. Нет слов, как говорится. Нет слов. Так, еще раз попытаем макро. Странно, на руке вот резкость есть, на лезвии ее нет. О, о, как надо. И все. А нет, нет. В общем, сейчас буду пытаться. Так, так, так. Ну, чтобы обзор был полноценный, чтобы было все видно, как говорится. Тут тоже вот заусенечек не до конца шадошваркал. Сейчас, в принципе, пройдусь. Так. Ну, вот как бы и все. Хотел, была, правда, мысля такая еще, протащить с пяточек бюджетных бритв, но посмотрел, там они еще есть. Пускай мало, но на них тоже спрос никакой. А у меня интерес никакой, если честно, на них. Я делаю просто для того, чтобы было. Они у меня, если все хорошо получились, не посыпались там, то это в ноль. А если получились, то есть не все, то это в минус. Поэтому мне не интересно. И самое главное, что мне просто стыдно за то, что у меня такие бритвы еще есть. Которые люди некоторые берут и как бы заценить мастера. И получают в руки эту бюджетную бритву и говорят, да, а бритва-то не ахти. Как говорится. Вот. А я люблю делать бритовки не то же, как для себя. А то есть, что даже для себя я так не стараюсь, как вот стараюсь, примерно, сделать так, чтобы были вот именно для пользователя получились. А в этом весь смысл. Если делать просто, чтобы они были, или просто как для себя, то это уже будут так
множеством недочетов они получатся просто-напросто. Это секрет фирмы, говорится, секрет. Так что вот, не знаю даже, что я и когда я буду делать. Опять же говорю, дело все покажет это спрос, на что будет ли спрос. И отталкиваясь от этого, я уже буду думать, что делать, сколько и какие. А так у меня в заготовках тут еще вот десятка, два с половиной, три десятка, наверное, даже тут всяких разных еще заготовок. Была мысля еще заготовить штук 50. Но как-то я не знаю, руки не поднимаются. Ну да, опять же, как говорится, время лечит. И показывает правильное направление. Все. А то я уже в философию ударился. Вроде ничего нельзя было сказать. Спасибо за внимание. Пойду фоткать. Надеюсь, сегодня уже вывесить их в наличии. До свидания.